Ветку на рельс. Мы на улице Сергея Эйзенштейна, конечная станция. Так, вот там поезд только что прибыл. Пошел на разворот. Посмотрим, успеем на него, либо нет. Вот поезд вдаль уходит. Он пойдет медленно на круг, но, наверное, мы успеем. Тут вход так вот хитро с другой стороны. Не знаю, почему так сделали. Ну вот. Стоит. Тут еще ремонт эскалатора. А, между прочим, вот здесь на станции установили талоны прибытия. Смотрите. Первая строка — это время текущее 11:04 и 50 секунд до прибытия. Вот такие табло хотят установить на метрополитене, на станциях, чтобы знать, когда поезд придет. Ну что ж, это удобно, конечно, да. А вот поезд, вот там он стоит, и не собирается никуда ехать. Да, ну, в общем, загрузка-то вы видите, какая у монорельса. А после запуска тут метро вблизи еще больше уменьшилось. Больше уменьшилось, глупо, конечно, звучит, но еще более уменьшилось. Рабочая колхозница, куча эвакуаторов. Не так давно вот там на трамвайчике мы ехали. Гостиница «Космос». В общем, я чувствую, что табло «Время на прибытие» показывает весьма условно, потому что вот оно опять начало считать минута с чем-то, так что нифига оно не показывает. А сейчас просто остановилось, то 52 секунды, то 57. Да. Да, и сколько ждать этого поезда, конечно, неведомо, потому что он никуда не идет, стоит себе в тупичке. Да, ну вот смотрите, как все обледенело. Вот он поэтому рывками идет, видимо, из-за этой наледи.
Да, сдается мне, конечно, все-таки не для нашего климата это все. Хотя могут быть другие мнения. Да, я боялся, что мы не успею на этот поезд. Смешно, да? Тут можно было еще гулять вокруг. Военная техника тут прижилась. Сначала ее в глубине ВДНХ поставили, а потом вот сюда перебазировали. Я там напишу, когда начнется поездка, чтобы мог пропустить вот это все ожидание. Но обрезать не буду, пусть все остается в натуральном виде. Поезд все там же. Когда мы туда ехали, в принципе, от Тимирязевской и до телецентра еще как-то народ был, а дальше все, все вышли. Ну, собственно говоря, смотрите, какое обилие тут трамваев. Я тут буквально сразу в поле зрения я вижу 1, 2, 3, 4, 5 трамваев в поле зрения. Конечно, быстрее там, наверное, доехать. Тем, кому нужна скорость. А
кому вот для интереса проехать, это Мкнарис, конечно, интересно. О, едет с той стороны. У них даже объявления невероятно плохие. Ничего не поймешь, ничего не слышишь. Стоял, так и стоит. Тронулся. Как он там с горки спускается, а? Смотрите. Да, медленно ползет с горы, тяжело, наверное.
Так, ну вот у меня тут персональное купе. Можно посмотреть, как все устроено. Вот 4 сиденья. Двери закрываются. Да. Следующая станция выставочница. Thank you.
станция улица Академика Королёва. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – телецентр. Станция или центр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Милошенкова.
станция, улица Милошенко. Следующая станция Тимирязевская. Станция Тимирязевская. Конечно. Просьба освободить вагон.
такая вот поездочка. Вот поезд. Так, ну вот самое забавное в конце прозвучало. Интервалы между поездами 20-30 минут. Так что мы удачно проскочили. Ну что ж, на этом поездку по московской монорельсовой транспортной системе я завершаю. Надеюсь, те, кто просил это сделать, довольны. Все, спасибо, лайкайте, пишите, что хотите увидеть. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Я надеюсь, будет интересно. Всем спасибо.